Приветствую вас, дорогие мои девочки, приветствую вас, дорогие мои голубушки. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на август 2020 года. Расклад я буду делать для тех, кто родился под знаком зодиака Стрелец, и для тех, у кого асцендент в знаке зодиака Стрелец. Девочки, кто не знает, как определить свой асцендент, пожалуйста, зайдите в интернет, наберите в поисковике «Натальная карта онлайн», там высветится табличечка, выберите, какой вам больше подходит сайт, там будет табличечка, введете свои данные, и посмотрите, где будет в этом круге, который у вас получится, то бишь натальная карта, где находится АСЦ, и все будет понятненько. Нужно точное время рождения, обязательно, и место рождения. Вот это вы учитываете. Итак, значит, в двух вариантах у нас, для двух вариантов будет. Начнем. Какие события вас ожидают, дорогие мои? Фон месяца. Каким будет фон месяца? Какое будет настроение? Вот такое ощущение, что этот месяц ознаменуется каким-то событием или обстоятельством, в течение которого вам потребуется чей-то совет. Вот. Потому что, судя по вашему настроению, здесь у нас выпала двойка мечей, да, неожиданность, которая застигла вас врасплох, и вы не знаете, что делать, как поступить, как реагировать, какое принять решение. То есть тут может быть гамма эмоций, половодье, я бы так сказала, даже эмоций. Поэтому, да, чтобы выйти из этой ситуации, вам вполне возможно, что потребуется чей-то совет. Либо какая-то информация, либо какие-то знания. Может, если это связано, допустим, с работой, то да, вполне возможно, что кому-то потребуется подучиться, получить какую-то информацию, прибегнуть к помощи старших. Прибегнуть к помощи специалистов, которые владеют этой ситуацией, этой информацией. Да. Ну что ж, давайте посмотрим, какова задача августа месяца. То есть, что вам бы сделать в этом месяце надо было. Вы можете это не делать, не планировать. Ну вот, так сложится обстоятельство, что желательно бы это сделать. Либо вы тянули уже давным-давно с какой-то проблемой, с каким-то вопросом, с каким-то, может, делом. Может, и разговор надо с кем-то было уже давным-давно провести. Может, встречу. Может, допустим, начать какое-то новое дело. Ну вот вы все тянули, дорогие мои. Так вот, выпало колесо фортуны. Да, момент назрел. И, в принципе, старший аркан колеса фортуны говорит, что в этом месяце вам приступить к действиям. То есть все. Даже если вы не будете хотеть, просто время пришло. Время пришло. Вас заставят это сделать либо какие-то люди, либо какое-то партнерство, либо обстоятельства, либо ситуация, но что-то вас заставит все равно приступить к чему-то, к делам, к разговорам, к каким-то отношениям, может, к расторжению отношений. И колесо фортуны не зря называется еще фортуной. То есть это все для вашего счастья, для вашего шанса. Можно даже так сказать, что выпадет некий шанс. Некий шанс, некое везение, которое вот вам судьба на блюдечке преподнесет. Остается только взять и использовать. Ну, а вначале, конечно, заметить этот шанс, не пропустить его. Это задача августа. Теперь давайте посмотрим, а сбудутся ли ваши планы, ваши намерения в августе месяце. Ну, может, что-то вы запланируете, что вот в августе я должна вот сделать то-то, то-то, так-то, так-то. Давайте посмотрим. Сбудется ли ваше намерение, сбудется ли задуманное вами? Да, влюбленные, да, 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 и еще раз да. Особенно, если это касается каких-то сердечных дел, партнерских дел, то однозначно да, девочки.
И, скорее всего, это действительно будет связано не с вами, не с вашим каким-то единоличным делом, а, скорее всего, это действительно будет завязано на отношения с другими. Может, кто-то запланирует себе выяснить отношения со своим любимым. Может, кто-то захочет выяснить отношения на работе. Может, кто-то захочет с кем-то в паре создать свой бизнес. То есть тут варианты масса. Так вот, друзья мои, действительно, колесо фортуны вкупе с влюбленными говорит: действуйте, не бойтесь, и у вас все получится. Планируйте. Ну и, конечно, действуйте. Ладно, давайте теперь посмотрим, как будут складываться отношения. И заодно посмотрим, где вот такие моменты, то, что мы с вами говорили, могут срезонировать. Итак, отношения с мужчиной. Начнем с них. Отношения с вашим мужчиной. Ну, колесница. Такое ощущение, друзья мои, что вы будете очень довольны. Да. Вы в чем-то победите. Может быть, вполне возможно, вот видите, тут у нас влюбленные выпали. Состоится у вас наконец-то разговор, что, который сдвинет ваши отношения с точки, с мертвой, возможно, точки. Или что-то прояснит наконец-то, вот, за или против, вперед или назад. То есть, куда ваши отношения двигаются. Если вы выставляли какие-то требования своему мужчину, ну, что-то надо было сделать, допустим, там, по дому, по хозяйству, или разговор был о каких-то финансовых вопросах, он закончился для вас благополучно. То есть партнер вас понял и сделал, как вы хотите. То есть карта победы, в принципе, колесница – это достижение вашей цели. Может быть, даже вы куда-то поедете со своим партнером. Да, карта может говорить и о поездке куда-то, о совместной поездке. У тех, у кого отношения были уже, как говорится, на разрыве и не подлежали возврату, то август месяц вполне ознаменуется вашей свободой. Да, наконец-то вы освободитесь от токсичных отношений с партнером. Для вас это будет действительно победа и достижение цели. Ладушки, давайте дальше посмотрим. Как с личной жизнью у свободных стрельцов? Что там на горизонте? Ну, здесь у нас неспокойно. Рыцарь мечей. Может, подруги мои, появиться у вас поклонник. Очень напористый. Ну, очень напористый. Уж не знаю, понравится вам это или нет. Но вот у него такая цель добиться. Добиться вашего расположения. Отношений с вами. И он будет всеми использовать все методы. Можно сказать, может даже ходить по пятам, писать вам постоянно эти смски, может даже звонить, постоянно приезжать, может встречать вас с работы или где-то там подкарауливать. То есть, ну, это вот такой натиск, это такой, ну, вот буром, просто буром будет ваш поклонник добиваться расположения. Ну, знаете, конечно, девочки, по рыцарю мечей, несмотря вот на такой напор, вроде бы когда мужчина влюбился, хочет с вами завязать отношения, но уж очень тут просматривается какая-то единоличность, что ли. Человек заточен на своей мысли, на своем желании. И это желание главнее вашего желания, а хотите ли вы с ним быть, понимаете? Поэтому все-таки, если действительно появится у вас вот такой товарищ, будьте все-таки осторожны и осмотрительны. Кто его знает, что у него на уме? Не соглашайтесь сразу идти на контакт, ну, по мере возможности, конечно. Ну, неспокойно в личной жизни вашей будет, неспокойно. Вполне возможно, что кто-то влюбится, девочки, да, влюбится и будет тоже таким же образом добиваться расположения от объекта вашего внимания. Ну, тут уже, как говорится, вам решать, какими методами и способами действовать. Но если, опять же, учитывать, дорогие мои, карту влюбленные, как задуманное вами реализуется или нет, все-таки карта говорит о гармонии, о любви, о мягкости, о нежности. Поэтому тут больше вот именно такие должны быть способы и методы привлечения внимания. Да.
Да, не исключено, что совет потребуется. Если же, девочки, у вас появился вот поклонник, вот такой, который я описала, то да, действительно, может быть, двойка мечей, она и говорит о нестандартности ситуации, неожиданности, что этот человек просто вот ворвался, стремительно ворвался в вашу жизнь, и вы не знаете, что делать, как поступить с ним. Да, вот он вам и потребуется совет. Так, хорошо, идем дальше. Отношения с мужчиной на стороне. То есть у кого, девочки, есть партнер постоянный и есть мужчина на стороне. Так вот, как будут складываться отношения с мужчиной на стороне? Ну, пятерочка чаш, конечно, говорит о повышенной эмоциональности отношений. Что-то в вашем царстве-государстве будет не совсем ладно. Может, конечно, быть разрыв. И в связи с этим ваша печаль, как говорится, и ваша растерянность, призыв к помощи, может быть, даже и призыв к мужчине, может, он собрался уходить, вполне возможно, вы его будете пытаться вернуть всеми правдами и неправдами. Такой вариант вполне может в нашей жизни быть. Поэтому, ну, тревожно как-то вот здесь. Может, конечно, вам и показаться, что мужчина недостаточно обращает на вас внимание, недостаточно вас любит или ведет себя не так. Ну, что-то вас будет тревожить, дорогие мои. Что-то вас будет тревожить. Так, как сложатся отношения с родными, с близкими родными? Суд. Девочки, вот тут может все, что хочет. Вот тут может быть все, что хочешь. Все-таки, опять же, не забываем про двойку мечей, то есть о нестандартности ситуации и вашего, соответственно, настроения. Здесь могут быть какие-то разбирательства, в том числе и судебные разбирательства. Да. Может всколыхнуться какие-то бывшие дела, раньше, которые были, ну, скажем, может, даже разборки, может быть, по этой карте возобновление отношений, прерванных ранее отношений. То есть идут изменения в отношении. Уж с кем сложно сказать, потому что тут у каждого может своя ситуация быть. Но это, конечно, речь идет не о вашем партнере, потому что партнера мы с вами уже рассмотрели, мужчину, с которым мы в паре. Здесь идет речь, конечно, о родственниках, о детях, в общем, вот от таких родных. Я бы даже, знаете, сказала, месяц пересмотра отношений с родными, да. Пересмотра. Ну, просто пришло время. Вполне возможно, вот колесо фортуны как раз и говорит, что да, обратите внимание на отношения с родными. Если есть шанс наладить прерванные отношения, пожалуйста, очень хорошее время. Разобраться с какими-то невыясненными ситуациями, разобраться в себе, и это тоже, наверное, в первую очередь, разобраться в себе, а что же вы хотите от своих родных? И готовы ли вам родные дать это? Может, стоит действительно поговорить? Может, пришло время именно расставить, ну, не совсем сказать расставить точки над «и», но тем не менее, друзья мои, попытаться выяснить, на какой стадии находятся ваши отношения, что вам ожидать от этих отношений, надеяться ли вам на эти отношения. Может, действительно, родной вам человек только и ждет с вашей стороны намека, полунамека, и он сделает все для вас. Может, конечно, быть и обратная ситуация. И выяснится, что вы, как говорится, и даром не нужны этому человеку, а вы в него вкладываете душу, сердце, возможно, даже и материальные какие-то ресурсы. А это делать не надо. То есть надо разобраться. Хорошо, с отношениями мы выяснили. Теперь давайте поговорим о работе, о рабочих моментах, о профессиональной деятельности. Итак, какие события ожидают
вас в профессиональных вопросах. Кто работает по найму? Повешенный. Ну, карта, конечно, не говорит о каких-то достижениях, о каких-то прорывах в карьере. Тут больше идут моменты жертвенности, понимаете? Может быть, даже похоты, может быть, обучение, может быть, стажировки. Но ситуация тяжеловатая. Придется жертвовать своим временем. Придется жертвовать своим какими-то, может, ресурсами, может, даже здоровьем, понимаете? Личными какими-то делами, интересами, семьей. Вот во благо только чего? Может, это просто вот август, действительно, запарка. Бывает, бывает на работе. И придется потерпеть. Вот такая вынужденность своего рода будет. Так что не исключено, что иерофант на фон месяца выпал не случайно. Это получение знаний, да? Получение знаний, обучение, более глубинное обучение. Может, кто-то только что устроился на новую работу. И естественно, идет очень сильное погружение в вашу должность, в вашу специальность. Это не избежать, это нормально. Пока все освоишь, пока со всеми перезнакомишься, пока все узнаешь, сколько нервов, сколько усилий. Да вообще, мама дорогая, как говорится. То есть какая-то вот идет такая вынужденность. Вынужденность и терпение. Может, вполне это связано у кого-то и с отношениями, с коллегами или с руководствами. Ну вот не заладились что-то. Или какие-то выяснения начались. Может быть, какая-то проблема возникла, чисто рабочая проблема по рабочему процессу. И, естественно, приходится вот вам, может, пойти на какие-то уступки, на какие-то компромиссы, что совсем не нравится, но это надо, надо. Так, кто ищет работу? Что у вас? Ну, друзья мои, очень даже хорошие шансы. Шестерка пентаклей, сюрприз, подарок, неожиданность. Скорее всего, дорогие мои, вам в этом помогут. Да, вам в этом помогут. Может, друзья, знакомые, может быть, даже на собеседовании вы понравитесь, кто будет проводить собеседование, то есть рекрутер или там кадровик, вот. Вызовите симпатии, и вас просто-напросто, как говорится, продвинут на первое место. Но очень большой шанс найти работу, очень большой шанс. Так, работа на себя. Кто работает на себя? Как тут у нас будут дела? Десятка жезлов. Ну, работа на себя имеется в виду не только бизнес, официальный, крупный бизнес. Может быть, просто вы дома продаете излишки какой-то своей домашней продукции. Может, с сада, с огорода. Может, что-то вяжете, шьете, кулинарите. То есть, дела, которые вот помимо, может быть, вы еще и работаете, у вас есть, вернее, основная работа, но вот это как приработок своего рода. И это может быть. То есть все дела, которые приносят деньги. Все виды работ, которые приносят вам деньги. Ну, десятка жезлов, она говорит, конечно, что вы нагрузили себя, мама, не горюй. Тяжко. Но это, в общем-то, ваш добровольный выбор. Возможно, это просто вот август месяц, а потом все утрясется и перемелится. Может быть, даже, знаете, кто-то из вас встретит недопонимание со стороны ваших партнеров, со стороны вашей семьи, да, что чем ты там занимаешься, кончай ерундой заниматься, давай займись делом, понимаете? Либо ваши услуги, либо какие-то работы, может быть, ну, не совсем будут восприниматься так, как вам хотеться. Ну, будут некие затруднения, недопонимания, остановки, тяжесть каких-то обязательств. Это может даже и по налогам тяжесть, может какие-то проверки, вот кто особенно официально бизнесом занимается. Да, проверки всяких контролирующих органов. Может быть, клиенты, ну, не совсем понятливые попадутся. И это бывает. Ну,
непросто, скажем так. Непросто, но решаемо. Не критично, но решаемо. Решаемо. Да, вот двойка, она и говорит мечей, что настроение ваше как бы не совсем положительное. Может быть, вот эта неожиданность, этот тупичок и как раз будет в сфере вашей работы на себя. Все может быть. И юридические консультации, о чем я говорил, или консультации специалистов, могут потребоваться для разрешения вот этого бремени, этих обязательств. Так, ну это решаемо, еще раз повторю. Еще один вопрос мы с вами не рассмотрели, это финансы. Что у нас с финансовой стороной? Пятерочка жезлов. Такое ощущение, что у вас планы появятся по поводу денег очень серьезные. Захочется как минимум заработать больше, как максимум кардинально поменять свое финансовое положение. Да, разбить вот эту стену, которая мешает вам получать те доходы или те деньги, которые вы хотите. Может, это выяснение с вашим работодателем по маленькой зарплате или по невыплаченной зарплате. Может быть, если вы работаете на себя, то это выяснение с клиентами, а не своевременной оплате. Либо по возврату долга. Или выяснение с родными по каким-то материальным вопросам. Ну, вообще, конечно, девочки, расклад довольно интересный. Прогноз довольно-таки у вас такой насыщенный на август месяц, начиная, как говорится, от неожиданности, начиная то, что выпадет шанс, и им надо воспользоваться, и шансы, как говорится, бывают разные. Плюс отношения, посмотрите, ситуация с отношениями с людьми тоже непростая. По работе тоже есть кое-какие нюансы. Финансы тоже у нас, видите, как по пятерке жезлов, тоже потребуют пристального внимания. Поэтому придется поработать. Вот такое ощущение, что месяц август, он у вас как закладывающий некую платформу, некую основу на будущее. Идет какая-то расчистка, пересмотр вашего отношения или пересмотр ситуации, понимаете? Вполне возможно, что вот колесо фортуны говорит, что выпал такой шанс, что сама судьба, сами обстоятельства, события заставят вас что-то менять. Да. Может быть, даже по всем сферам менять. Корректировать что-то. Не исключено, дорогие девочки, не исключено. Ну, в принципе, вы же стрельцы, Господи Боже мой. Легки на подъем. Для вас проблема не проблема. Движение вперед – это ваше вот кредо. Чем больше движений, тем интереснее жизнь. Поэтому я считаю, что вас этим прогнозом не напугать. Ну и хорошо. Давайте теперь спросим совет. Совет у карт Таро. Ну, сила, вот о чем мы и сказали. Да? Быть сильной, уверенной, добиваться своего любыми способами. Но в данном случае мы видим, что укрощение льва идет лаской. Может быть, какими-то манипулятивными действиями, способами, методами. Но надо продавливать свои интересы. Надо стремиться к тому, что вы хотите, даже через сопротивление окружающих людей, через сопротивление тех людей, которые вам, может быть, открыто препятствуют или мешают. Особенно вот в данных ситуациях, друзья мои, карта сила, вот само то. Отличный совет. А главное, совет в точку. Ну что ж, на этом я заканчиваю. Мне остается только пожелать вам любви, пожелать вам крепкого здоровья, пожелать вам сбычи ваших мечт, всего добиться, чего вы хотите. Ну и, конечно, будьте счастливы. Будьте счастливы и до новых встреч на моем канале.